нас сегодня, дорогие братья, случилось небольшое ЧП. Отключилось электричество. Мы сейчас идем на ужин, чтобы, как говорится, успеть. Посмотрим, что сейчас. 16 номер. 15-й. Можно? Спасибо. Вот. Класс. Ну, остальные отели я видел со светом. Скорее всего, это может сейчас оно восстановится. Да, жесть. Хорошо, что я зародил пауэрбанк. Можно спать спокойно. Так. Поставки не прекращаются. Чао. Приятного аппетита. Ужин при свечах. Как оно? Так, Лиля, ваше впечатление. Свет вырубили. Это хорошо или плохо? Это замечательно. Я тоже считаю. Это вообще. Тем более сегодня такие у нас, смотрите, классные сделали эти. Вообще прям в стиле, не знаю, ретро. Круто, молодцы. Сейчас я обзорчик пойду посмотрю, что там творится. Валера где? Валера, наверное. Где? Не, другой Валера. Валера. Чиз. Ты хотел спрятаться. А да не, нашли. Не получится. Нашли, даже Наташа, да. Просто, даже Наташа не Ой, спит. Андрюш, посети меня, пожалуйста. Да, дорогая. Я листочек хочу найти просто. Я первый раз встретил, что вы, ну, дорогие братья, нету света. Нет, блин. Не, это классно. Бигуди, пирожок. Мне, я спокоен то, что я зарядил пауэрбанк, и я могу спать вот спокойно. Речка. Вот. Все остальное. Я, кстати, хотел видосик выложить, но не успел. Там сейчас. Оставим молодожены. Молодожены. Вы супер. А сколько егер стоит в этом?